Название проекта – это дань не только расположению в центре села, но и осознанная важная роль библиотеки как единственного учреждения культуры в нашем селе. Начало преобразования в библиотеке положила необычайная идея, прежде всего, обновить ее фасад. Благодаря творчеству местного художника-граффити, теперь здание библиотеки стало узнаваемым сельским брендом. Косметический ремонт, проведенный с участием спонсоров, позволил преобразовать библиотечное пространство, выделить креативные зоны для общения и занятий посетителей в библиотеке. Библиотека стала одновременно и местом для чтения, клубом, спортзалом. Нашлось место и для любителей книг, и для вокалистов, и для детских кружков английского языка, взрослых тренингов по соматике. Ежедневно библиотечная территория превращается то в подиум для учениц школы «Леди», то в место общения садоводов-огородников, то выставочное пространство для сельских умельцев, то становится центром познания мира для малышей.